Честно говоря, не знаю, чем и как объяснить то, что будет сейчас происходить в нашем эфире, в прямом эфире. Вот, знаешь, важно напомнить о том, что вот дабы все дети были здоровы, что нужно, товарищи, пить? Хорошую, качественную воду. Самое главное, это чтобы дети любили молоко. Ведь не зря сегодня также отмечается Международный день молока, в День защиты детей, потому что молоко – это наше все. По этому вопросу, вот учитывая то, что мы в детстве его, может быть, плохо пили, мы пригласили в гости главного эксперта по молоку, молоковеда Корову Крылову. Доброе утро! Здравствуйте, здравствуйте. Я пришел не один, я сегодня пришел с молочком, парным. И вот, и прежде чем говорить, я хотел бы попросить Славу отведать этот чудесный напиток. Испытание. Дети по утрам молоко не пьют. Опять же, учитывая атмосферу всего происходящего и то, что ты сейчас мне предлагаешь, я что-то как-то побаиваюсь. Ты уже пробовал это молоко, да? Отпей молока. Нет, ну молоко — это очень полезный продукт. Выпейте. Хорошо. Вот, уважаемая корова. Есть какие-то более убедительные слова? Вы вот, пожалуйста, не только, ладно, нам, может быть, поздно кого-то перестраивать, но детей убедите в том, что молоко — это все-таки полезно или же не полезно. Ну, конечно же, я убедить смогу. Я для этого даже песенку приготовил. Ла, корова наша сейчас хочет исполнить песню. Только в эфире, в утро с нами. Пьющая молоко, поющая песню. Корова. Впервые в истории парнокопытный рэп. Мы готовы. Прошу вас. Стакан молока, это много или мало? Послушай, дружище, здесь все, что нам надо. Кальция в нем, полезного много. Усвоишь его, будешь крепче носорога. Ты думаешь, все? Постой, погоди. То, что ты ищешь, в нем зацени. Допустим, простыл ты, ну нос заложил. Хлебнул молока и снова ожил. В чем секрет? Все очень просто. В нем много всякого для иммунного роста. Хочешь не болеть? Это без труда. Просто для начала хлебни молока. И это не все, поверь, мой браток. Допустим, поспать ты прилег, но не смог. Бессонница мучает, друг, без конца. Рецепт очень прост. Хлебни молока. Да! Ты гипертоник, давление повышено. Пару минут и будет понижено. Как ты хочешь спросить у меня? Все очень просто. Хлебни молока. Прыщи на лице или морщины? Ты думаешь, они украшают мужчину? Скажи им скорее. Все, пока, чтоб стать красивее. Хлебни молока. Пей натуральное, пей очень много. Даже в космос откроется дорога. Станешь ты Гагариным вмиг без труда. Начни с малого. Хлебни молока. Многие великие люди пьют молоко с утра без прелюдий. Даже президент без него никуда. Не будь дураком, хлебни молока. Давай, давай! Ну все, молодец, будешь здоров. А ночью увидишь много снов. Будешь успешным везде и всегда. А все потому, что ты хлебнул молока. Да, да. Нет никого и ничего. Все. Я крупный рогатый рэп. Теперь, в принципе, да. Я так понимаю, я обречен, значит, снов. Я вообще уже как во сне, я не знаю.
Молоко пили, пьем и будем пить. Для здоровья, для красоты и для молодости. Слав, как я уже понимаю, ты все нормально? Все, помолодел, оздоровился. Что, вот на самом деле, что может быть убедительнее? Наверное, ничего. Уважаемая корова Крылова, нашим детям пожелания, пару му, скажите. У меня вот одно самое большое пожелание для всех детишек. Пусть у вас все при все будет му. Очень-очень хорошо. Это переводим с языка уважаемой коровы. К пожеланиям присоединяется житель нашего города.